Прям шикарный. Совсем забыла попробовать, но теперь уже не получится. Давайте начнем с пирина Белой горы. Улет. Шикарно. Не залипает. Солененько. Не знаю, что за сорт. Это Богородский? Либо... Новый оскол. В этом кусочке приятные молочные нотки. В Белой горе такого нет. Давайте все-таки чучку попробуем. Она так манит меня. Сметану помните? Вот типа такого, на любителя. Обваляем весь брусок. Он сейчас сразу станет влажным, наверное.
залипла жуть.